очень хорошая, много энциклопедической литературы. Библиотеку номер 8 в Подрезково не узнать. После реставрации на торжественном открытии собрались жители микрорайона совместно с лидерами движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Еленой Андреевой, Татьяной Кавторевой, Алексеем Федоровым и Ириной Беляевой. Библиотека расположена в жилом доме, и здесь читатель оказывается в теплой, уютной домашней обстановке. У нас рядышком детский сад и школа, они ходят часто сюда, поэтому для детей необходимо было создать свое обособленное пространство. Реставрация библиотеки прошла по инициативе местных жителей. На встречах с лидерами движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» горожане не раз обсуждали вопрос о ремонте помещения. Сейчас, благодаря их совместной работе, библиотека открылась в том виде, в котором ее хотели видеть химчане. Читать можно в креслах, на стульях, пуфах и мягких подушках. Вскоре появится проектор. На полках популярные произведения, научные издания и, конечно же, классика. Библиотека небольшая, но здесь собрано достаточно большое количественный художественный состав, художественной литературы. Место притягательное, атмосферное, приятное. Хорошо, что инициативы граждан, которые были выдвинуты в рамках движения общественной поддержки, так быстро реализовываются. Отрадно видеть, что библиотеки по запросам, по потребностям жителей разных категорий становятся не просто книгохранилищами, а новыми, современными, хорошо оборудованными площадками, где люди могут не только приобщиться к чтению, но и встретиться по интересам, поиграть в настольные игры и, наверное, объединиться для создания новых идей по улучшению нашего города. Обновленная библиотека – это пример эффективности работы движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить», которое было образовано самими химчанами. Жители выбрали лидеров движения. Именно они помогают продвигать инициативы горожан. Всего в рамках движения общественной поддержки уже выдвинуто около 2000 социально значимых инициатив. И к нему присоединились порядка 200 трудовых коллективов химкинских предприятий. С каждым днем членов движения становится все больше. Мы продолжаем работать с активными жителями городского округа Химки по социально значимым инициативам. Я, как лидер движения общественной поддержки, буду продолжать продвигать социально значимые инициативы, которые у нас предлагают жители микрорайонов. На сайте Хижи Онлайн каждый химчанин может проголосовать за социально значимые инициативы, направленные на развитие города. Инициативы, которые наберут больше всего голосов, будут реализованы в первую очередь.